Доброе утро. Мы второй день на даче. Сегодня у меня приехали мама и папа на дачу. Старший брат. Слава с Ваней. Сегодня стяжку делают в моечной. Потом все покажу поподробнее. Собираю сейчас щавель. Потом нужно будет собрать салат и шпинат. Купила сегодня утром огурчики. Потом вечером приедем домой, сделаю вкусный, полезный салат. У меня дети вот щавель особенно любят, просто так есть. Вчера приехала домой, у меня Илья уже с порога. Мама, ты укроп привезла? Они просто берут его и уходят, так жуют. Теперь приступила к чистке лука. Бабушка вот надергала, сейчас буду чистить. Частично на салат, частично домой заберу. О, там Слава проливает песок, потому что что-то он вообще как камень стал. Потом просеивать будут для стяжки. Потом еще нужно будет за цементом съездить. Одного мешка мало будет, еще надо прикупить. Раз сегодня не очень ветрено, бабушка затопила печь на улице, поставила пельмени варить. Мама там сейчас салат сделает. Это наша печура. Мы со Славой карьер пошли чистить. Он граблями. А я вот такой приспособой. Чтоб у нас карасиком хоть кислород тут доступ был побольше. Ну и так, чтобы хоть меньше цветения было. В порядок немножко привести его.